29 июня пройдет 21-й районный фестиваль коренных малочисленных народов Севера АЭС над Амуром. И по этому случаю был проведен первый организационный комитет, где обсудили планы по проведению этого праздника. В этом году фестиваль будет проходить в сельском поселении село Джуен. По результатам совещания оргкомитета было принято решение, чтобы участие приняли как традиционные творческие коллективы Амурского района, так и гости из Нанайского и Комсомольского районов. Я думаю, что в этом году будет гостей достаточно, потому что наш праздник коренных малочисленных народов Севера очень любят. И как с Амурска приезжают, так и с Комсомольска. Поэтому надеемся на хорошее проведение. Организаторами фестиваля являются отдел культуры администрации Амурского района и ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Праздник будет проходить на нескольких площадках, которые будут уютно расположены у Дома культуры села. Одной из таких площадок будет, конечно же, концертная программа, на которой выступят коллективы с различными жанрами. Также будут расположены площадки с выставками народных мастеров, жилищ хамаран, полевая и традиционная кухня и многое другое.